сказать о игре? Пару вот. Интересная, хорошая, немножко жесткая игра. Соперники достаточно равно играют. В целом очень интересно, приятно играть. На данный момент какой счет? 0-0. Пока поровну. Да, кто ближе? Это второй тайм уже? Это второе начало второго тайма. Да, кто ближе все-таки вот к победе? Ну, я естественно, переживаю за свою команду. Мне кажется, мы чуть лучше играем, мы можем переиграть. Угу. Скорее всего, выиграем. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Ну, и что необходимо сделать для того, чтобы все-таки победить в итоге? Даже не знаю, затрудняюсь сказать. Команда в целом очень хорошо слаженно играет. Просто, может быть, не хватает немножко впереди игры. Так что сейчас немножечко соберутся ребята, и я думаю, к половине второго тайма мы начнем играть больше впереди, чем в центре или у себя в защите. Раз, нельзя так в центр. Игра закончилась 0-0, боевая ничья, можно ли ее так назвать? Ну, думаю, да, боевая ничья. Соперник очень достойный, жесткий, ну, приятно, в принципе. Хоть и жестко, но хорошо играли, приятно. Получалось ли у вас сегодня все, что планировали? Ну, не совсем как бы все, но, в принципе, более-менее, можно так сказать. Матча с командой Йети 0-0, заслуженный результат? Ну, такое, ну, может быть, заслуженно, может. Борьба. Много не забили, мы пару моментов не можем. Ну, хотя, мне кажется, вратарь наш очень замерз даже сегодня. Да. Да. Кто был ближе к победе, как считаете? Я думаю, мы все-таки. На несколько моментов больше мы создали. Сегодня, как ты думаешь, как сыграете? Не знаю. У Юнайтед, в принципе, задач уже, по идее, не будет. Но все равно, думаю, игра получится интересная. Но для вас 3 очка важно взять, да? Да, конечно. У вас сегодня будет основной состав? Да. Лучшего и почему лучше? Что сегодня вам уже ничего не нужно, что вы, скорее всего, уже будете играть в свое удовольствие, и никакие 3 очка не бороться, правда? Да. Нет, конечно, не буду. Мы всегда на победу играем. То есть вы готовы сегодня у фуршета победить? Должны. Конечно, мы должны реванш взять. А с каким счетом собираетесь это сделать? Нам хватит 1-0, но чем больше, тем лучше. Нам надо нашего бомбардира поднимать в рейтинге, да. Сами поднимешь.